Всем привет, установочный центр Псиавто. Сегодня у нас Subaru Legacy 2012 года. Здесь с завода был установлен вот такой экран, совсем маленький. Мы установили сюда 13-дюймовый сенсорный экран с навигацией. В данный момент у нас проигрывается видео. Легким касанием руки мы можем запустить Яндекс.Навигатор. Чуть ранее мы подключили уже Wi-Fi к нашей точке доступа. Работает голосовой помощник Алиса. Алиса, поехали в Кремль. Поехали. Поехали. Также доступно на новом экране у нас приложение онлайн ТВ. Если у вас такой же автомобиль Subaru Legacy модельного года 2012, обращайтесь, сможем повторить для вас.